большой привет всем от меня и от Владимира. У нас сегодня немного солнца в Владивостоке, понедельник, и мы приехали на Цесаревича. И если видите, у меня такой необычный предмет. Он, честно, необычный может быть только для меня, а может быть, вы уже с ним знакомы. В общем, это такой скейт, называется скейт-цикл X8. Именно X8, потому что у него, видите, и сюда, ну штука. В общем, им это не электрический скейт, им нужно управлять телом. И когда сюда вставляешь ноги, нужно придавать движениям тела и булками шевелить и ног ему как бы направление. На нем делают такие крутые штуки, трюки, подпрыгивают на бордюры, через бордюры, на скамейки. Ну, в общем, мы насмотрелись видео, ну так очень классно. Наших русских видео я практически не нашел. Именно там японец очень классно катается, там с Нью-Йорка тоже. Если кто-то может, пожалуйста, ссылочку дайте на свое видео, чтобы мы поучились чему-нибудь. Да. Мы специально его взяли именно в дополнение к нашей баланс-борду, к нашему доске, которой баланс. Мы потихонечку делаем. Вот. И это для того, чтобы на моноколесах еще лучше. Очень интересная штука. Оказалось, ну встать на нее нелегко. Ой, я еще не могу на нее встать, даже держать за руку, так вот где-то перебежками по каким-то перильцам, да? Ну, мы вам первые шаги покажем, а потом мы через некоторое время покажем, чему научились. Я думаю, что, конечно, наверное, она была... думаю, что 100% научимся. Владимир, если бы она была электрическая, ей бы не пришлось так усиленно, да, придавать движение? Нет, булками шевелить надо. И она была бы полегче. Булками шевелить надо. Нет, чем-то сложнее, чем-то легче. Вот. Ну, в общем, вот сегодня мы учимся. Первые шаги. Мои первые шаги. Ну, давай. Первые шаги. Если можно, нам назвать. Вот наши первые шаги на этом скейтборде X8. Вот сейчас Ира пытается самостоятельно встать и придать движение телу. Здесь опять тот же самый принцип, как на балансборде. Ну, это я так понимаю, что нужно, нужно голову и тело, ну, сопряжение сделать, чтобы тело поняло, что от него хотят. Ну, это только повторение, это только количество раз нужно сделать. Да, Ира? Ну как? Круто? О, да. Ну, пока я прихожу на помощь. Да, очень просто ищу. Вот эти штучки, кто будет покупать, надо сюда что-то придумывать, а то очень режет сильно пластик. Поэтому еще есть дискомфорт такой. Опа. С рукой уже завороты получаются. Да, конечно. Уже потихоньку. Там был склончик, я с него так покатила, что пришлось спрыгнуть, потому что он прям сам меня понес. Ну давай опять на склончик, заворачивай от тебя направо.
когда прям так хорошо едет, я думаю на него. Я боюсь еще. А я-то надеялся, раз и поедешь попой. Нет, ну я не тот человек. Мне надо научиться.